место. Хорошая передача. Батарея, гол! Через себя забивает Шипиня! Заброс на Рубцова. Удар! Какой голешник! Сброс Рубцова и удар слева. Нелюбимой, не родной, но в этот раз сработала эта пушка у Иванина, да. Остался на паркете Максим Герасимов. Хотя его повалить, это, конечно, нужно умудриться. 1-1. Герасимов запрашивает у своей скамейки запрос на видео на помощь арбитра. Но пока «Газпром» празднует. Хорошая передача. Батарея, гол! Вот это гол! Какую трехходовки футболисты Тюмени разыграли с помощью Субботина. Великолепную передачу делает Антошкин. И сходу, с лету забивает Андрей Батарев. И так как косой просто мимо мяча махнул Шишкин, снова ушли от Шишкина. Нет, это не Егор Шишкин забил, это, конечно, Виноградов. Шипиня! 4-1 через себя забивает Шипиня в юности! Просто феноменальное исполнение, он уже лакросс-гол мяч забивал. В Климовске. Ну а сейчас в лучших традициях мастеров пляжного футбола.